Пешеходу, который накануне попал под колеса грузовика, потребуется длительное лечение. Происшествие случилось 8 марта на улице Оречкина. Пожилой мужчина 1938 года рождения, по информации ГИБДД, переходил дорогу в неположенном месте. В тяжелом состоянии дедушка был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. На текущий момент сотрудниками ГИБДД по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято правовое решение. В ближайшем времени в Ангарске пройдет профилактическая акция «Внимание, пешеход». Инспекторы будут работать с пешими нарушителями дорожного движения.